Друзья, мы уже подходим к леткам. Через минуту уже будем на месте. Сейчас там будет. Есть мостик и болото. Так, вот это не этот мостик. Первый мост. Это первый мостик, но там есть еще один получше. Слева одна каракиза, а вот и наконец и мостик. Долгожданный мостик. Вот. На этом только мостике мы по традиции каждый раз, вон когда... Вон там Ролтон валяется. Да, наш Ролтон. Но только под мостом вон как чисто видно. Смотрите. Ой. Не чистейшая вода. А тут опять на болот можно. Все, мы подходим к леткам. Вот это и есть уже летка. Самое главное, что в летках есть магазин. А у нас в деревне всего 7 дворов. Делали его как? Я недавно построили. Как думаете? Это дом председателя. Колхоза. Слева дом без окон. Там где-то одно окно, потом вам покажу. Дома, вон тоже красивый домик, ковер, скажу. Если вы видите. Там вон машины стоят слева. Так. Смотрите, это тоже дом. Это уже, может, не председателя, а этого, как его, заместителя. А это дом... Чуть Люся Брашкина. Да. Внешне мы, не сейчас очень, мы вам... внутри как в квартире, прохладно, хорошо. Сначала как бункер, а потом как квартира. Если вы не знаете, как зовут всех жильцов нашего дома, мы вам повторяем. Каштановы, Колбановы, Крайновы, Трошкины, Абрашкины. Абрашкины. Сено. Смотрите, как у маленького уютный домик. И завершилась вторая часть нашего пути съемок. В следующей части вы увидите церковь. Вот там она. Всем, да. До следующей части, ребята.